Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, начнем, наверное, с того, что забираем все наши награды, которые у нас есть и которые нам принесли наши драконы. Так, что у нас тут? Яйцо. Так, беги. Веселый вариант, бесплатно. Так, Кривоклык, что ты нам принес? 74 тусклого янтаря. Окей. Погладить рога бесплатно. Что-то новенькое. Так, Громгильда. Шестеренки, да? Окей. 5 шестеренок. Самые юные. Бесплатно. Так, ну что, этих мы с тобой отправили. Давай теперь собирать ресурсы. Так, древесина. Древесина. Так, здесь у нас железо. Так, покормить 160... Ребят, 167 миллионов покормить, чтобы, блин, прокачать наших драконов. Ну, ты сам видишь, да? До 92 уровня. Ну, и даже очуметь. Это просто очуметь. Сколько рыбы? Где мне столько рыбы взять? Ума пока не приложу. Лохань у нас не вмещает столько много, а как бы... А расширить мы ее не можем. А почему мы ее расширить не можем? Потому что у нас не хватает населения. Населения, викингов именно, не хватает. Только в этом проблема. А чтобы их хватало, нам нужно с собой улучшить их домики. Да неужели? Ну наконец-то. Так, он изменится хоть как-нибудь? Ловушка-лом, по-моему. Да никак он не изменился, вроде бы чуть-чуть темнее стало. Или мне кажется. Так, ладно, пускай летит, тренируется. Что у нас тут? Сколько он принес? 52 миллиона, прикинь. Так, вернись. И лети дальше. А здесь? Такое здоровье. Так, тоже пускай летит и прокачивается. Так, давай внимательно смотреть. Здесь древесина. Такс. Яркий ужас. Давай-ка мы его начнем прокачивать уже. Он у нас, кстати, очень давно не прокачивался, потому что мы до него никак... Точнее, мы добирались, но уже места, как говорится, у нас не было в этом. В академке. И, по-моему, у меня не хватает места для того, чтобы модификрылку, да, прокачать. Она у меня вообще здесь? Здесь. Так, чтобы ее прокачать... Смотри. 340 миллионов древесины. Это чтобы прокачать уровень. Вы серьезно? Это жесть. Это жесть, конечно, такие расценки. Так, ну что, давай с тобой откроем бесплатный пак. Соответственно, еще и платный. Ну, рекламный. Так, что нам тут? Древоруб. Ладно, капелька ресурсов. Ребят, совсем немножко нам не хватает. Чуть-чуть буквально тут 233 руны для того, чтобы открыть уплеваки ворчуна. 6 монет Одина. Так, и здесь у нас шторморез, громобой, кревет. И опять же немножко ресурсов. Рун всего лишь одна. Маловато. Так, давай посмотрим, что у нас эти принесут. Так, гнездо. Вместе с янтарем притащил. Так, а зеленая смерть, ну как всегда, сломанный меч и опять же тусклый янтарь. Так, давай отправляем на поиски. Давай отправляем на поиски, заберем здесь награды. Так, тусклый янтарь. Еще тусклый янтарь. И здесь у нас конфеты. Ребята, с конфетами все очень плохо. Событий, как ты видишь, новых не дают. Кто-то мне сказал, что на дворе ночь должна быть. Слушайте, давай-ка мы сделаем, знаешь что? Я сейчас выйду из игры, посмотрю, есть ли там обнова. Обновим игру и зайдем. Потому что вы сказали, что обнова есть. Хотя у меня стоит на автоматическом обновлении. Но, как видишь, пока еще светло. И снега даже нету. Хотя уже, по идее, он должен быть на наших просторах. Так что сейчас увидимся. Так, ну что, друзья мои. Мы видим, что у нас стало темнее, да? Да, да, все темнее. Значит, правильно, 300 мегабайт было обновление, я его сделал. Но события, подожди-ка. Ты гляди-ка, у нас, оказывается, событие здесь давным-давно висит.
Но так как у меня не было обновления... Да, я его профукал. Ладно, сейчас мы с тобой быстренько попробуем его пройти. Там выживание, оно обычно у нас коротенькое, да? Так, давай глянем. Да, оно действительно очень, ребята, очень коротенькое. Охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. С удовольствием. Кстати, 150 рун еще здесь будет разыгрываться. Оу-ля-ля. Давай, 300 конфет. Ну, с конфетами, ребята, я еще раз говорю, полная засада у нас получается. Так, я смотрю, шепот смерти и... Костолом. Ну, конечно же, с шепотом. 6 волн, как я вам, ребята, и говорил. 6 волн, то есть нам нужно быть на пределе. Плюс у нас всего ничего, ребята, по грушам и тем более по приливу сил. А вот то, что шепот смерти здесь у нас, это не есть гуд. Соответственно, он будет с каждым разом все расти, расти, расти. И пока их тут двое, потом будет, соответственно, все больше, больше и больше. Точнее, будет их трое. Трое — это максимальное количество, наверное. Так, ну что, погнали. Опять же шепот смерти, как мы видим, и опять же костолом. Поединков здесь не очень много. Сколько там, я посчитал? Три или четыре где-то. То есть, если все пойдет хорошо, мы пройдем. Прям вот за сегодня это событие. А у игры, видимо, другие планы по этому поводу, да? И она начинает меня выкидывать. Да, друзья мои? Просто выкинула меня из поединка. Вот так вот. Таким образом, раз, два, три... 4. Ладно, хорошо. Если мы с тобой больше не будем летать, у нас должно хватить. Должно хватить нашей энергии. А иначе придется докупать. Но мне не очень-то хотелось бы тратить руны. Но если придется, то одну я себе могу позволить. Одну энергию. За сколько там? За 67, за 68 рун. Такс. Костолом выпендрив... Ну, пускай выпендривается, ребят, пока ничего страшного нету. Вторая волна. На второй волне, да, мы вылетели с тобой? Сейчас будем аккуратно. Я не знаю, почему такое происходит. На мобильнике, когда играешь, такого не происходит. Именно на эмуляторе. Так, добьем. Отлично. Ну, костолом давай, выпендривайся. 55 всего лишь отнял ХП. На тебе понижение брони и добивка. Переходим на третью волну. Опять же шепот смерти. И опять же костолом. По-моему, с четвертой волны уже начинает меняться. Их добавляется еще один дракон. Так, он промахнулся. Костолом. Как всегда пламя. Как всегда пламя. Но пока он слабенький, поэтому нам это не страшно. Влупляем. Укус. Сейчас он что сделает? Укусит кого-то. И добивку мы сейчас делаем. Переходим на четвертую волну. Так, и здесь прибавляется, как мы видим, уже водорез. То есть получается такой расклад, что нам нужно бомбануть шепота смерти после водореза, а уже после будем бомбить костолома. Скорее всего, как-то так. Окей. Так, костолом. Пыхтит, да? Все пыхтит своим пламенем. Короче, сделаем вот таким вот образом. И на отхиле мы с тобой уничтожим шепота смерти. Плюс захиляемся. Здоровье себе восполним. Так, укус. Твою налево. Вот это вот не надо так делать. Фига он кусанул. Это он с повышенной атакой так бомбит, ребят. Посмотри, красный на красный лезет, а? Угу. Что-то мне не нравится. Уж больно мощно он как-то кусает. Переходим с тобой на предпоследнюю волну. Ё-моё. Здоровые детины. Давай, наверное, так сделаем. Водорез. Так, шепот смерти. Блин, вот то, что он понизил броню, это очень плохо, ребята. Если он сейчас укусит, а он может... Повезло нам, очень крупно сейчас в данный момент. Он не уничтожил мне. Так, здесь сделаем вот таким вот образом. Водорез, как всегда, будет понижать броню, верно? Сделаем вот так вот. Костолом сейчас огнем пыхнет. Отлично. Нам нужно добить как можно быстрее. Вот, и теперь уже занимаемся чисто костоломом. Окей.
Удар плюс отхил. Восстановление хп. И последняя волна, ребята, как мы видим, здесь то же самое. Единственное, что уровень, конечно, стал посерьезнее. 16, 17, ну и водорез 16 уровня. Главное не позволять шепоту смерти применить его ульту. Ульта у него, конечно, будет обалденная. Так, этот уже попадает. Так, а на отхиле мы... Ладно, сделаем. Нам все равно надо лечить наших драконов. Минус шепот, как ты видишь. И начинаем разбирать водореза. Кусает жестко. Погнали. Так, понижаем броню. И сразу же его, наверное, сейчас добьем. Промахнулся. Ну что, Костолом, все. Настала твоя череда, как говорится, погибать. Поехали, ребята. Я вот каждый ход думаю, лишь бы игра не вылетела. Лишь бы не вылетела. Она ведь может чудануть. Ну, что ты там? Угу. И добивка. Так, ну что, первый раунд за нами. Ну, давай крутанем колесо. Посмотрим, что нам здесь выделят. Да ладно, плод мудрости, что ли? Вау. Вот это я понимаю, вот это подарок. И 150 рун мы с тобой забираем. С превеликим удовольствием. У нас же Хэллоуин идет, да, сейчас? Так, ребят, все ближе и ближе мы с вами к тому, чтобы открыть плеваку. Так, ну что, очередной обычный бой, где мы получим с тобой 300 конфет и плюс еще тыкву от Хэллоуина, от праздника. Так, опять же, как же без шепота смерти, естественно, он здесь. Плюс душитель, дымодышащий, вон он там прячется. Но мы с тобой по стандарту начинаем с самого противного. Хотя это тоже, ребята, не сахар, поверьте мне. То, что он понижает броню, мне это совсем не нравится. Да ладно, он еще и успеет, прикинь, он еще и успеет сделать. Нет, он не стал. Но он успевает накопить суперудар, ты представляешь? Это еще только начало, он уже успевает накопить 3 энергии. Это плохо. Просто если мы здесь так фейлимся, то, ну, дальше ты сам понимаешь, да? Вообще будет трэш. Ладно, у нас с тобой 2 груши, плюс 2 прилива сил. Ну, надеяться будем на то, что все-таки мы здесь с тобой справимся. Тут хорошо, кстати. Мой шторморез неплохо бомбанул. Видимо, с крита попал. Так, и... Блин, ну ладно, давай бомбанем. Так, отлично. Третья волна. Все то же самое остается. Начинаем с этого охламона. Так, пробивной. И, ну, в принципе, да. Кривоклык его добьет. Отлично, теперь этот один остается. Мы с ним, как говорится, уже спокойненько вплотную будем разбираться. Бомбанем, хиляться нам пока, ну, не стоит. Хотя можно было бы залечить раны, но терпимо еще. Четвертая волна. Воу, тихо. Ты глянь, чё, вот это, ребята, да. Мне и с одним-то было тяжело справиться, а теперь их тут двое. Двое вот этих шепотов. Плюс этот с понижателем брони. Ну, это нечестно, на самом деле. Тут очень мало шансов. Во-первых, они очень быстро будут копить себе энергию. Очень быстро. Так, одного расписали. Хотя бы так, ребят. Дальше ходит этот. Потом бомбим мы. С пониженной атакой очень мало наносим урона. Так что не удивляйся. Они-то, конечно. И броню понижает, да, и атаку. Вообще меня оставили голиком, господи. Ладно, еще есть шанс повоевать. Это всего лишь четвертая волна. Потом пятая, блин. Пятая, шестая. Твою налево. Все так же осталось, да, как и было. Угу. Погнали. Раз, два. Залечим раны. Блин, уже понизил броню, а. Так, сколько у него? Ага, сейчас будет, ну, что-то неприятное. Твою налево, не надо, вот. Не надо мне, вот, пожалуйста, бомбить в моего родного штормореза. Блин, всегда знал, я бы его не захиливал. Ладно, фиг с ним. Укус. Так, и продолжаем вот этого теперь ханурика бомбашить. Ну, что ты там?
Слабенькая, это хорошо. Уничтожили. Ну и теперь у нас остается здесь душитель. С ним-то, я уже думаю, мы справимся. Раз. А, это предпоследний. Все, ребята, мы выходим на последнюю волну. Главное здесь не схандрить, и все будет отлично. И они почему-то начинают... Вот они начинают всегда, ребята, бомбить именно в штормореза. Они прекрасно знают, что с помощью него я смогу захиляться, поэтому надо его, типа, уничтожить, да? Как я только это сказал, они поменяли тактику. Они хотят меня вести в заблуждение. Вот, смотри, сейчас будет суперудар, ребят. Ух. Нет, это еще терпимо, я тебе скажу. Слушай, а мы же можем с тобой... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, погоди, погоди. Теперь вот так вот. Отлично, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, вот сейчас он будет делать суперудар. Слушай, может быть, он не делает здесь? Нет, только нет. Так, у нас уже новый день начался, да? Типа, 20-й. Ребят, ну вот как вот так вот можно играть, когда тебя игра просто целенаправленно выкидывает, а? У меня сколько энергии? По-моему, мало. Две, а поединков нужно еще раз, два, три. Раз, а, нет, два. То есть я еще успеваю, ребят. Но если еще раз вылетит, то это все, это будет уже полный крах. Зачем так делать? Блин, вот все время так, после обновления какого-то свежего, начинается вот такой вот... Ну, вон, видишь, уже начинает баговаться игра. Видишь, уже дракон начинает зависать. Музыка начинает пропадать куда-то. Того и гляди, в любую секунду вылетит. Да. Ладно, постараемся как-то пройти аккуратненько. Не знаю, как-то... Вообще возможно. От меня здесь ровным счетом ничего не зависит. Ровным счетом ничего, ребят. Так. И это к тому же было на последней волне, да, у нас там вылет. Зашибись, на последней волне. Еще бы, было бы офигенно, если бы это было на последнем ударе. Но там практически так и получилось. Давай мы этого... Опа. Ну что он там думает, 3 часа. Так, и добивка. Переходим на третью волну. Ну что ты, горлопан, тут кричишь? Поехали. Раз, два. Наверное, вот так лучше сделать. Душитель кусает. Мы его добиваем. Так, погнали. Раз, два. Понижаем опять броню. И сейчас, видимо, уничтожим. Отлично. Так, вот здесь уже начинаем с тобой потихоньку отхиливаться. Вначале ударим. Вот сюда. Теперь сделаем хилку. Массовую. Что, кстати, очень опасно делать. Хилки вот эти массовые или какие-нибудь снаряды именно в этот момент начинают вылетать игра. Типа, ну, как бы не справляется с нагрузкой или фиг знает, как это можно объяснить. Ну, как вообще это можно, вот, ребята, да, если на компьютере намного больше ресурсов, чем на мобильнике, да? Даже если эмулятор делаешь, то, ну, как он не может справиться? Если сравнить мой телефон, да, там, и ПК, то я не знаю, как тебе объяснить. Тут такая машина стоит, машина-зверь, которая перерабатывает все. И какой-то эмулятор не вытянуть, ну, не знаю, ребят. Так, ладно, у нас с тобой предпоследняя, вон, 5-я волна. Давай как-нибудь потихоньку, без приключений, надеюсь, у нас здесь все выйдет. Так, залечимся, наверное, да? Так. Пыхнул все-таки огоньком своим, а? Все-таки успел пыхнуть. Раз, два, раз, два. Ладно, мы с тобой сюда ударим. И опять же делаем отхил. Почти фул хп, ну ничто. Так, тихо. Сюда. Окей. Добили. Давай сюда бомбанем. А что он там сделает? Ох, ё. Так. А нам придется сделать, ребят. Потому что мы его, конечно, могли бы добить. Но мы когда перейдем с тобой на следующую локу,
Да? Где гарантия того, что они не будут ходить первыми? Видишь, он так бы Барсик бы ушатал бы. Ну да, мы потратили с тобой почти все. Все груши. Теперь у нас их не будет. А они как назло начинают бомбить именно Барсика. Это последняя волна, именно Барсиком. Вот, вот очень он нужен, а ты посмотри. Прям вот он не дает им нормально, спокойно жить. Дайте им Барсика поклевать. Особенно вот этому душителю. Надо же, переключился. Что это с тобой? Так, они что-то теперь быстренько все переключились на шторморезы. С чем это связано? Я не знаю, друзья. Уклонение, отлично. Так, лишь бы ничего не произошло с игрой. Вот что я тебе могу сказать. Свой страх и риск вот это все делаю от хилки. Промашка. Так, и добивка. Давай, 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 давай. Все, ребят. Отлично. Забираем наши награды. Крутим колесо, заберем вначале здесь. Рыбы, 125 миллионов, окей. Ну вот, самое вкусное. Это 300 конфет. Забираем. И забираем с тобой тыкву. Тыква — это обычное, ребята, украшение, которое можно поставить в нашей деревне викингов. Так, ну и заключительный, последний поединок. Потом с тобой у нас там остается пак забрать. Ну что, во, опять шепот смерти. И Хофер здесь, пока их двое. Это пока. Начнем потихонечку. Хофер, по-моему, чем? Да, он ледяными этим снарядиками бросается. Так, прибили. А, теперь давай, наверное, так вот понизим. А, он синий. Как раз фиолетовые очень быстро и хорошо эффективно бомбят именно синих. Шустрых, короче. Отлично. Так, еще шепот. Ну, уже он такой, видишь, поменял себе, так сказать, оболочку. Хофер таким же и остался. Раз, два. Давай вот так, наверное, сделаем. Добили. Так, ну что, Хофер, давай, ты один остался, ты нам ничего здесь все равно не сделаешь. Понижаем тебе броню и добиваем. Третья волна. Один в один, как вторая, как и первая, да? Поехали. Так, они ходят. Теперь ходим мы. Хиляться я пока не буду. Взорви, у нас вроде бы норм. Шикарно, мы уничтожили с тобой шепота. Так, теперь остается у нас Хофер. Мне кажется, на четвертой волне прибавится, ребята, еще один шепот. Да, два одинаковых шепота, офигеть. Я вот не знаю, какая у него ульта. Блин, он бьет огнем тоже, да? Погнали. Так, хиляемся теперь. Два. Угу. Раз-два они сходят, Хоферу достается суператака, да, получается? Или... Нет, Хоферу ничего не остается. Просто плеваться. Так. Минус один. Окей. Ну, а что ты там пыхтишь? Опа! Это он сделал на него? Вот это... Ну, ребята, он, оказывается, саппорт. Он вспомогаловку. Ну, смотри, нехило. Он ускорение повысил на Хофера, плюс повысил ему атаку. Вот так. Вот это вот мне совсем не нравится. Ну, давай хильнемся. Твою налево. Такие гигантские, да? Не нравится мне их подход. 16-17 уровень, блин. Тут-то, конечно, будут вылуплять по полной программе. Ай-яй-яй, кто ходит? Этот, да? А, вот этот вот. Смотри, что творят. И Хофер туда же лезет, да? Ладно, давай сюда ударим. Садхил уничтожаем. Большого.
А это что, пониженная атака? Почему так мало? А, ну да, пониженная атака. Я думаю, что такая маленькая слаймика атака? Ну, естественно, естественно, кого не буду бомбить? У кого меньше всего здоровья, это Кривоклык. На тебе. Так, сейчас, если получится Хофера разобрать. Оу, супер ульта будет у него, да? А-тя-тя-тя, ребята, очень мощный у него супер ульта. Оу, нет, 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 нет. Ну как так-то, ну как так-то, ребята, ну... Ты прикинь, он ушатал мне, просто-напросто ушатал Кривоклык. И чё? Я не знаю. Стоит ли тут заморачиваться? Мне кажется, у меня не получится тут пробить их всех. Фейл, по-моему, да, здесь будет, скорее всего, ребят. У них, смотри, 4 энергии, то есть суператаками сейчас будут бомбашить все. А этот, естественно... Ого. Ну, давай я так сделаю, допустим, ребят. Другого я ничего придумать не мог, ребят. Вот только вот так вот сделать, блин. Ой, это глупо. Это было глупо с моей стороны. Они же распишут сейчас Барсика. Все, это фейл, ребят. Ну, это фейл, это надо сдаваться. Ну, что я тут сделаю уже? Ничего. Блин, это тратить 68 рун на энергию. Да, конечно, распишут, ребят. Ну, смотри, понижает атаку. Сейчас у них, во-первых, энергия будет тут расти, как я не знаю кого. Я просто не ожидал, что это вот этот вот хрендель. Груш купить, что ли? Три груши. Блин, ну так не хочется мне руны тратить, а, ребят. Ладно, я лучше потрачу 68 этих рун для того, чтобы сразиться еще раз, чем я буду здесь тратить 200 там с лишним на то, чтобы купить себе три груши, и меня все равно бы в конце концов запинали бы здесь. Да, Кривоклык-то, конечно, обделался. Тут не поспоришь. Ну как обделался? Он попал просто под суперудар. Под суперудар от Хофера. Сколько? 65, ребята. Согласись, это выгоднее, чем тратить 200, там, 80, там, с лишним. Почти 300 рун. Лучше 65. И надо аккуратненько, ребята, аккуратненько играть. А вот если бы у нас не было бы с тобой бы вылетов, бы два вылета, у нас бы были бы бесплатные попытки. Так что Хофера, ребята, нужно держать в узде. Вот нельзя ему позволять, когда будет копиться пятая энергия. Секьюж, знаешь, чем я? То есть его нужно контролировать постоянно практически. Это в наших интересах. Я только одно не понял, почему так часто ходит. Я даже думаю, что, наверное, все-таки надо начинать с него. Потому что этот не особо там бомбит. Ну что там, пламенем шпарит. Давай-ка мы, наверное, вот с этого будем начинать, с Хофера. Тот-то как-нибудь перебьется. А этот, видишь, что делает? Он понижает на броню. Тут еще фрукт. Ага. Так, сейчас мы его добьем. Ну что, третья волна. Опять же, начну с Хофера. Ну, ходи давай, ёк-макарёк, промахиваться, отлично. Промахнулся, сделали так и добили. Этот остался у нас один. Но он тоже синий, поэтому его очень быстро можно бомбануть. Раз-два. Понижаем броню и добиваем. Четвертая волна. Четвертая волна, друзья, начинаем опять с Хофера. Мы увидели, да, что он делает. Он у нас саппорт идет. Он, то есть... улучшает другого дракона. Наверное, нам вот так надо сделать. Укус. Понижает атаку. Да дайте мне добраться до этого Хофера, а. Минусанули.
Погнали. Понижаем броню. Тут укус. Сейчас с вами вдвоем будут ходить. И потом уже мы с тобой распишем одного и начнем уже приступать бомбить второго. Так, плюс мы еще с тобой успеем хильнуться здесь. Нет! Друзья, меня это конкретно уже достало. Вот серьезно тебе говорю. Просто достало, блин. Вот эти вот вылеты, блин, тупорылые, бесявые, уже достали. Напрягает меня это уже вся фигня, блин. Че они себе позволяют, а? Думают, у меня рун до хрена, блин, или че? Позволять вот так вот выкидывать. Причем, блин, где-то на последних уже боях. А там, когда не вылетает, мы фейлимся. Как будто вот специально, да, все это делается. Если мы не вылетаем, мы проигрываем. Если мы выигрываем, мы обязательно начинаем вылетать из игры. Ушлепки. Так, ладно, блин. Давай сейчас быстренько его уничтожим. Надеюсь, никаких вылетов. Надеюсь, что никаких вылетов не будет, блин. Почему-то я в этом сомневаюсь очень сильно. Причем ничего не предвещает. Никаких, ребята, ошибок или чего-то. Просто бань, зависает и вылетает на рабочий экран. Я сразу вспоминаю игры, знаешь, когда мы играли в свое время на Денди, на Сеге. Были игры, которые периодически тоже зависали там. Тык, зависнет и там. Ну, типа, знаешь, на каком месте. И музыка зависла тоже, и ты сидишь. Нет, а там в тех играх еще раньше не было никаких сохраняшек. Ты просто идешь до определенного момента. И были игры там с кодами, там код можно было бы записать еще. А в основном ничего такого не было. Ее, когда ты вылетаешь, тебе по большому счету надо было проходить либо уровень, либо аж целую миссию с самого начала. Что довольно напряжно было. Играли вот так вот аккуратненько. Вот то же самое напоминает, блин. Также вылетает нелепо. Так, ладно, давай попробуем. Сейчас у нас третья волна. Мы ее, в принципе, здесь сейчас ушоркаем. И все. Это сколько я потратил? 68 плюс 68. Это получается 138 рун. Уже потратили. Да. Плюс время. Я просто хотел помимо этого еще сходить на арену. Потому что на арене у нас с тобой ничегошеньки не осталось. То есть, ну, в плане паков нету никаких, чтобы можно было поставить на активацию. Раз, ага, сейчас они все втроем сходят, да? Бамс. Ты что будешь делать? Естественно, сюда же. И ты. Так, отлично, туда он ударил. Так, давай еще, наверное, сделаем вот так. Укус. Но. Так, терпимо. Вон, видишь, что он делает? Он просто бафается, и все, ребят. И добиваем с тобой вот этого шепота. Переходим на пятую волну. Так, вот тут надо уже быть поаккуратнее. В тот раз нас на пятой же волне, да, уж ушатали. Да ну хорош. Вытворяют, а? Ты смотри, что делают. Давай, кусай его. Раз, два, три, втроем сейчас сходят. И они будут опять же кривоклык бомбить. Ну, как и в тот раз. Этот сейчас пламенем пахнет. А этот будет суператаку делать. Не хватило ему на суператаку. Так, давай опять лечиться. Кусаем. Сейчас что-то будет, да? Так, у нас есть с тобой еще один прилив сил. Ага. Блин, прилив сил, ё-моё. Ну, придется тратить. Иначе кривоклык, блин, он выдержит ли? Ага, он баф сделал, повесил на себя. Так, ребят, последняя волна, 18-й уровень. Ё-моё, это люто будет. Конечно же, начнут кривоклыка, да, бомбить сейчас. Нет, немножко они тут по-другому. Нет, вот этот все-таки начал кривоклыка бомбить. Так, с отхила начну. Тю-тю-тю. Давай, наверное, одного кого-нибудь шлепнем с тобой, а?
Просто этого, мне кажется... О, ну, он промазал. Хорошо, ребят. В кого? Все с пониженной атакой, ребята, да? Как хочешь, блин. Так и играй. Опять отхиливаемся. Добиваем, есть. Минус один, ребят. А этому... Ну, чё ты? Погнали, раз, два. Добиваем. Укус. И дай бог вылетишь, игра. Я не знаю, что сделать с тобой. Так, так. Хиляемся. Да, ребят, 128 рун потратили. Сколько там? 130. Но главное, что прошли. Ну что, крутим колесо, забираем свои награды в виде древесины 125 миллионов. Окей. Ну и пак. Что же нам там в паке-то выпадет, а? Покажите, пожалуйста. Призы, отправленные по почте. Так, новое изваяние. Во-первых, я забираю и ставлю его. Пускай будет вот здесь. Да. В честь праздника Хэллоуин. И вот он пак. Наборчик редкий. Во, ребята, 750 рун. Вот это, еще 250. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю награда, ребята. И хвостояр. А по-моему, хвостояр у меня есть. По-моему, есть, ребят. Даже в наличии. Так, отпускаем. Но самое-то, самое главное, ребята, 3788 рун. Пошел я покупать. Так. Подожди, не то. Да где там у нас? Здесь? В магазин. Получить ворчун, ребята. Купить этого дракона, конечно. Приблизить ворчуна в древней лавке. Разместить. Стоп, подожди. Так, гуар-гуарк, плевак ворчун, забрать 300 рун. Фу. Так, что? 50. Блин, у меня не хватает. Ну, вы говорили, да, что нужно 50. А, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Блин. Ну да, давай сделаем, наверное, у нас тут есть. Ого. Эксклюзив, эксклюзив. 620, золотой набор. А что в золотом наборе? Оу. Друзья, ну что, будем испытывать свою судьбу? Золотой набор, поехали. Покупаем. Была не была. Железо, так, руны. Понятно, еще. И пещерный склад. У меня такого нету, ребята. Пещерного складряса, по-моему, точно нету. Нет, он есть. Он есть. Он есть. Так, 300. Ребят, ну был пещерный. Ну откуда же я знал. Но нам надо еще. Еще одну. Одну железку. Одну железку, поэтому мы с тобой идем сюда. И покупаем. В каком паке? Вот здесь, по-моему, да, у нас. Можно железо получить. По-моему, здесь. Или не здесь. Че-то я и. Блин. Да нет, здесь, по-моему. Да вы серьезно, что ли? Вы хотите сказать, что у вас тут для меня не найдется ни одного кусочка железа? Ну вот, видишь. Шанс, правда, небольшой, там 16%. Но он же есть. Нашли мы с тобой железо. Вот оно, друзья, вот оно железо. Так, что нам-то надо улучшить? И покормить. Подожди.
А он что, не умеет, что ли, у нас летать в приключения? Или что, не понял я. Обучить. Ну, академка у меня забита, поэтому... То есть, ну, как бы это ворчун. Но, в любом случае, ребят, что хотели, мы с вами сделали. Давай, наверное, быстренько с тобой набьем еще 3 пака. Ну и будем, наверное, уже закругляться. Фух, ну что, накопили 3000 рун, открыли себе ворчуна. Теперь можно покупать, ой, точнее, копить 3000 рун уже на открытие нового островка. У нас есть островок, ребята, здесь. Там, по-моему, 3600 нужно, правда, рун. Но зато откроем с тобой новую местность. Или же, нам нужно с тобой прокачивать 10 драконов до 100 уровня. После того мы сможем с тобой развить хорошо великую кузню и, соответственно, сможем улучшать наши дома. А улучшать наши дома, ох ты, если мы будем улучшать наши дома, это значит, получается, у нас будет приток викингов. А если будет приток викингов, соответственно, мы можем с тобой делать дальнейшие улучшения. Так, что-то мне кажется, что мы попрощаемся сейчас с Барсиком. Угу. Жаль, очень жаль. Так, понижаем защиту. Будет разбег делать, верно? А, нет, это... Нет, это без разбега, он вон что делает. Он лишает нас основных атак. Точнее, ультовых, супермощных. И при этом еще понижает нам с тобой защиту. Вот как бы такой пройдоха. Так, а здесь у нас кто? Шипохвост, Пристеголовый и опять же Громель. Так, я, наверное, начну вот с этого. С Пристеголового. Так будет, наверное, поинтереснее, повеселее. Так, понижаем броню. Раз, два, сейчас он вдвоем сходит. Будет фаербол, да, пулять? Само собой. Этого добиваем. Сюда. Ну, этот, естественно, сейчас фаербол. Куда же он без него? Мы захиливаемся. Так, должны с тобой быстренько как-то ушоркать. Есть. Ну что, Громль, все? Ну, опять фаербол. А, нет, не стал выпускать. Ну и зря. Он, конечно, все равно Барсика мне ушатает, как ни крути. Хотя, погоди-ка, это еще под вопросом. Сможет ли он мне ушатать его? Ага. Дудки, да, парень? Обидно, обидно, что упустил свой момент. Отличненько. Так, ну что, поехали. Начнем, наверное, со штормореза. О, да мы его ушатали. Сарды, ну куда же, ну куда же без сардельки, друзья мои? Ну куда же без этой сардельки противной? Сейчас мы сделаем с тобой... А, ну да, в принципе, правильно, он же страж. Поэтому что на Громеля переключаться, что на сардельку, нам, в принципе, без разницы. Единственное, что сарделька, как по мне, будет сильнее, чем этот самый Громль. Ага, ага, понял. Он прикрывает щитом. Но это бесполезно, согласись. Причем, друзья мои, когда мы играем вот просто вот на ареновских боях, ни одного ни разу не вылетает игра. Ни разу, представляешь? Сколько вот я играл, ни разу не вылетает. Как только мы с тобой в события, в какие-нибудь, да, все, начинает вылет за вылетом. Как специально, я тебе говорю. Ладно, давай еще раз ударим. И, скорее всего, добивка. Нет, не будет добивки. Ну давай, что там, щит? Щит? А, нет, он отхиливается. Думает, отхил ему поможет. Нет, конечно же. Все, готовченко. Ну что, ребята, как вы видите, мы с вами заработали 1 редкий пак и 2 простых. Начнем с открытия редкого. И заберем, конечно же, пак вождя. Громель, душитель, шторморез, Кревет, Пристеголов, Громобой, Парящий Прихвостень и Кривоклык. Вау! И Стальной Капкан Чемпион. Вот как-то так. Как-то так у нас сегодня получилась игра. Я считаю, что удачно, даже несмотря на то, что я тратил 2 попытки, когда нас выкидывало на испытаниях. Но, тем не менее, мы с тобой заработали довольно неплохой пак. Где-то видел, да? 750 плюс еще 290 рун. Нам хватило на то, чтобы купить ворчуна. Мы
долго-долго на него копили, согласись. И вот теперь как бы мы сегодня все это выполнили. Про островок, про который я говорю, вот, ребята, 3400, видишь, он стоит. Голова смерти. Ну, я не знаю, стоит ли сюда нам вкладываться, может быть, что-нибудь другое. Кстати, а как нам... А что, кузин не прокачивается, что ли? Да не, быть такого не может. А, ну да, чтобы ее прокачать. Ха-ха, нам тоже нужны, ребята, викинги. А чтобы викинги, еще раз повторяю, ребят, нам нужно прокачивать дома. Чтобы... Вот смотри, видишь, домик. Где он? Вот. Улучшить. Великий кузня первого уровня. Нужно. Будет там не 50 викингов, а уже 100 жить. Ну а как ты помнишь, чтобы прокачать нам кузню? Нам вот такие вот, ребята, 12 драконов сотого уровня получить надо. Что это очень долго, да, ждать. Ну что, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!